Здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео будем смотреть на карту Студянки и на правый респ, как я играл на ИС-7, на котором я уже взял 3 отметки. Я еще одно видео по ИС-7 сделаю, в котором буду рассматривать именно его и его 3 отметки. В этом же видео мы будем рассматривать ЛБЗ и позицию. Позиция у нас занимается быстрыми танками, желательно с броней. С правого респа сразу вдоль железки едем, летим и приезжаем к этой стене вот, и в принципе все, здесь живем. Но что я вам хочу сказать, я увидел, как эту позицию занимают люди, и посмотрел, как они на ней играют. Но в целом, когда я на нее приехал, то вражеские СТ-шки проехали на край карты и от башни в меня стреляли. Конечно, там проехала только одна ТВП. Мне повезло, что там именно ТВП, потому что у ТВП корявенькая пушка и в целом калибр небольшой, пробивать ИС-7 довольно-таки сложно, потому что снаряды прям не хотят пробивать, у них маленький калибр, они отлетают куда попало. В принципе, за счет этого, что я занял эту позицию, хоть она была вообще неудобная, и за счет того, что попался против меня именно ТВП, просто повезло, что я натанковал довольно-таки много. Это просто стечение обстоятельств. На самом деле эта позиция, как по мне, ну это просто чисто везение. Да, она рабочая, но она какая-то странная. Если нормальная СТ-шка проедет там, где была ТВП, она просто от башни нас разнесет. Конечно, эту СТ-шку легко прокидывает арта, и сзади тоже нас кто-то может прикрывать. Но в этом бою арта особо туда не попадала, а сзади меня никто не прикрывал. Поэтому я просто стоял и терпел все барабаны ТВП. И терпел довольно-таки неплохо. В целом на эту позицию я приехал первый раз и сразу же выполнил ЛБЗ. Позиция мне особо не понравилась, но двоякое ощущение, потому что я выполнил ЛБЗ, которое давно не выполнялось. Кстати, про ЛБЗ. Это доспехи бога ЛБЗ-15, и в нем нужно натанковать, настрелять и потратить в сумме ХП, все вот эти 3 значения, чтобы получилось 12 тысяч. ХП мы, конечно, сильно много не насливаем на ИС-7, но 2000 к концу боя можно слить. В итоге получается, что нам нужно натанковать и настрелять 10 тысяч в сумме. Очень хороший задел в танковании мне подарил ТВП. Он своей корявенькой пушкой с маленьким калибром очень много мне дал непробитий, и в целом это было неплохо. Также еще я в него стрельнул один раз под калибером и был рикошет. Я даже когда заряжал его уже думал, блин, под калибер еще сейчас рикошетнет, и так оно и случилось. ББшками бы такого, может быть, бы и не было. В целом в этом бою я сделал всего лишь 2 таких вот интересных маневра. Первое — это то, что я сюда приехал сразу в эту позицию. А второе — то, что почувствовал, что можно поехать еще дальше вдоль железки и поиграть там от башни. В целом так весь бой и прошел. По тактике бой был довольно-таки простой, легкий, ничего сложного в нем не было. Особо меня никто не напрягал, никто не упарывался. В целом это просто стечение обстоятельств и везение. Да, конечно, я старался, играл до конца, стрелял, там переезжал. Но по сути это просто совпадение, то что попался против меня именно ТВП. Был бы там какой-нибудь паттон 10 уровня, я думаю, он бы меня кумулятивами просто убил бы и все. Или еще какая-нибудь СТ-шка башенная, там Центурион Экшен X, то же самое бы сделал, просто своей пушкой убил бы меня и развалил. А я бы и в башню не факт, что попадал бы, и даже не факт, что пробивал бы. Так что эта позиция какая-то сомнительная, на мой взгляд. Конечно, если наши СТ-шки проедут тоже туда, сразу поддавят, там арта туда будет стрелять, союзники будут прикрывать, то я от бортика буду стоять и вперед просто стрелять, если туда из врагов никто не проедет. Но это просто какая-то сказка, чтобы туда никто не поехал, поскольку эта карта играется в основном в этом заводике тяжелыми танками и СТ-шками под красной линией, там где была ТВП. Все, эта карта больше в нигде в основном не играется. Ну еще по канавке по центру там ЛТшки катаются и на базе стоят ПТ. Все. В целом карта такая вот полуиграбельная на самом деле. Половина одна играется, вторая половина вообще бессмысленная, и на ней результат сделать крайне тяжело. Там где деревушка с домиками, там просто часть карты, которая не имеет никакого смысла. Основная заруба происходит здесь. Мне очень интересно,
Кто еще пробовал эту позицию? Может, я ее за один раз не почувствовал, и на самом деле она намного лучше, чем мне показалось. Напишите в комментариях, пользовались ли вы такой позицией. Или вы, может быть, вообще первый раз про нее слышите. Потому что я даже не знаю, ЛБЗ уже выполнено, ехать ли на нее второй раз, если я буду на этой карте, или не ехать. Какая-то сомнительная такая вот позиция. Ну а в целом, что я хочу сказать про ЛБЗ в World of Tanks. Конечно, скилл решает, и чем вы более скиллованный игрок, тем вы чаще и быстрее будете выполнять ЛБЗ. Но все равно, даже если вы скилловик, и тем более, если вы слабый игрок, то все ЛБЗ это везение, да и в целом вся игра казино. Потому что иногда такое происходит, что просто это можно назвать только казином. С вами был Варчик, играть красиво, пока.